Добрый день, дорогие товарищи! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успеха в труде и счастья в личной жизни. Значит, сын мне сказал, что ему на чеснок нужны узкие колеса. Где-то мы в том году купили. Ну, не сильно дешево, конечно. Вот. Но диск в очень страшном состоянии. Вот я его чистил. Видите, какие раковины на нем. Вот. Ну, так вроде как бы он советский, надежда есть, СССР рулит, и резина на нем стояла, значит, вот такая вот, со знаком качества, и выпуск где-то я смотрел 91 года, 32 года резине, вот такой износ, где-то процентов, я так думаю, что 90, а может быть 95. Вот, значит, колесо было спущено, ну, я разобрал его, размортировал. Там внутри стояла вот такая камера. Диск на 9,5, камера 13, сколько, и 8 она, да? И вдобавок еще и на 38. И вот ее натянули очень хорошо, накачали. Она ее там сжамкала всю. Но она и проживала ее. Значит, купил я новую камеру. По стоимости, по-моему, 3050 рублей, наверное. Может быть, 3,70, ну, короче, чуть-чуть больше 3000. Вот, значит, сегодня почистил, внутри покрасил. Видите, там краска чуть выглядывает. Внутри зачистил, все сейчас надел. Сейчас здесь подставлю, если сил хватит. И буду его красить. Потому что если бы я покрасил его сразу, я бы его поцарапал, когда бортировал. Вот, а так надеюсь, что я камеру не про... Это самое, не продавил, не проживал. Потому что с помощью молотка бортировал. Вот. Ну, пока докачал двойку, написано максимально 2,1. Накачал двойку, хай лежит. Посмотрим, спустит, нет. Вот. Ну, а так что, второе колесо, оно вроде как накачанное, но я подозреваю, что там тоже такая камера стоит. Поэтому это дело опасное. Посмотрю, если хватит сил, разбортиру, а нет, тогда пока ничего не случится. Ну, вот. На этом пока все. Еще раз с Новым годом. Здоровья, счастья. Спасибо.